Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, Xalq bank lotereyasining ashaddiy ishqibozlari. Добрый вечер, 19:00, телеканал Навон, четверг, а это значит, что, как всегда, в ближайшие 10 минут все самое интересное, потому что на кону огромная сумма, суперприз, и это 5 миллиардов, но о них позже. To'g'ri, birozdan so'ng batafsil to'xtaramiz. Hozir esa aynan bugungi 272-chi yutuqlar tirajining barcha kategoriyalari bo'yicha yutuq fondi summasini e'lon qilamiz. 6 milliard so'mdan ortiqni tashkil qiladi. Да, обо всем по порядку. Сумма призового фонда по всем категориям превышает 6 миллиардов, а вот из них суперприз. 5 миллиард сум. 5 миллиардов сум. Представляете, и эта сумма может и должна быть вашей. To'g'ri, sizniki bo'lishi kerak. Biz davom etamiz ikkinchi kategoriyaga. O'tdik. Katta jackpot 623 million 676 300 so'm. Третья категория или малый джекпот 405 миллионов 156 тысяч 63 сумма. To'rtinchi категория 5 талик 62 миллион 9 775 сум. Еще три категории. Пятая категория здесь выигрыш фиксированный 1,5 миллиона сум. Oltinchi категория бойчи 200 000 сумдан. И седьмая категория. Здесь реально выиграть 100 тысяч сум. Ана энди бугунги телеойинни кузатиб борувчи хайат раиси ва унинг аъзоларини хам бирма-бир таништириб ўтсак. Тажибаев Илхом Пулатович, Банк Молия Академиясы тенглоувчиси, хайат раиси. Член комиссии Джураева Гавхар Халмуратовна, главный специалист Центрального аппарата Народного банка. Ва нихоят Момин Ходжаева Зульфия Уткуровна, Халк банка Маркези аппарата бош мутахассис, хайат аъзоси. Важные цифры. В сегодняшнем тираже участвует 26 538 билетов. Они содержат 106 068 игровых комбинаций. Ана энди ан-анага муофиқ ройхатдан ўтган ўйин билетлари туширилган дискни топширамиз. Марҳамат. Демак, ўйиннинг асосий қисмига етиб келдик. Бошлаймиз. Демак, омад. Ха. Просто удача. Что еще сейчас вам нужно в ближайшую минуту? Ну и да, 40 шаров. Крупный план просим показать. Они все здесь, никакой шар не забыт. Нажимаю кнопку старт. Демак, 40-та шар харакатга келди, биринчи лотереяга ишга тушди. Диққат билан кўрамиз, кузатиб борамиз, белгилаб борамиз рақамларни. Биринчи шар бор, 3. 3, первый шар. Икинчиси 39. 39. 28. 28. 1. 21 рақамы. 21. 5-ти шар артқа қолды. Яна биттасы бар. Бұл бірінші лототрондан. Остатып отырмын, бізде екінші лототрон қан бар. Енді біраздан соң тоқталамыз. Демак, соңғы шар 9. И 9. Это еще не все, но уже многое, потому что 6 чисел из первого лототрона выпали. Давайте вместе их повторять. 3, 39, 28, 1, 21 и 9. Қайтарып өтсем, мен хам 3, 39, 28, 1, 21 ва 9 рақамлары түшті. Давам етамыз ойынны. Мана бу ерде кинчи лототрон 20-та шар тайёр бўлиб турибди. Ва улардан бор ёғи биттаси керак. Ҳозир уларни ерик планда кўрсатамиз. Мана улар ва старт. Битта шар керак. 6 плюс 1 комбинация толиқ ҳосил бўлади ана шунда.
Курамыз қайсы шар. 7-ші шар вазифасын өтер екен. 17. 17 екен, да, оказывается, 17. Да, вот 6 плюс 1, комбинация сложилась. Давайте еще раз все проверяем. Мы ждем результаты, которые уже переданы в центральную систему Народного банка. Как только получим, объявим. И очень хотим, чтобы у нас был повод порадоваться за вас и поздравить, и орать, кричать, говорить, что да, сегодня суперприз разыгран. Дайте нам такой повод, мы очень хотим покричать. Тогра, тогра, бізге шундай имконны берин, мархамат. Біз мен үшін имконияттан қандай файдаланыш керекілігіні сізге көрсетайлік. Чүнкі сізнің қуанчыңыз, бізнің қуанчымыз, қадырлы юртташлар, сіз ғалып болсаңыз, шубхасыз біз хам мамнун боламыз. Чүнкі мен үшін Халық банкінің барчы лотереялары қатары айнан суперлатуды хам ғалыплар сапы, миллиардерлар табыр жайыз болса сапы кенгейіп, артып бары япты. Чүнкі сіз мен үшін супер ютықны қолге кіртішке азгіні етмей апсызды омад. Аммо миллиардларны қолге кіртікәлілер бар. Эхтимол бүгін айнан сіз 5 миллиардлік боларсыз. Көрамыз, күтамыз. Ждем, верим, да. Все три лотереи Халкбанк, они разные, ну, это логично, везде разные условия. Где-то 5 из 36 нужно угадать, где-то 6 из 36. А в лотереи Суперлото, которую ведем мы, условия 6 плюс 1. Тираж проходит дважды в неделю, каждый понедельник и четверг. Время неизменно, 7 часов вечера, телеканал «Наво». И акцентирую ваше внимание на том, что все возможно, все в ваших руках. Потому что вы, дорогие участники, уже 1000 раз угадывали комбинацию 6 шаров. То есть единички, один шар не хватало, одного шара. Или вы угадывали 5 плюс 1. То есть опять-таки одного шара не хватало. О чем это говорит? Все возможно, все реально. Топа тоғры, хаммасы хаққаны, хаммасы рой беріші мүмкін, фақат омад сізге күліп баққаны да, албатты. Хазырчы, бірінші категория бойынша омад күліп бақаяткені йоқ, ама нәмбаттегі категориялар, айтып өткеніміздік, сіз ғалып болдыңыз, бірнеші бар ғалып болгелер, бардыр ихтимал бізге бұ қаранғу, лекін бізді нәтиже бар. Нәтижелерін оламыз. Ну, а пока вы за результатами, я почему-то вспомнила. Ну, это известная книга, вы сейчас поймете о чем. Когда вот ищешь клад, копаешь, копаешь, вот оно, сокровище твое, и в метре до приза бросаешь, думаешь, эх, нет, не мое, не смогу, устал, тяжело, не повезло и так далее. Алхимик. Алхимик. Да. Паоло Коэльо. Да, поэтому вот не будьте, не надо так же. Уже верите, действуйте, играйте до победного, до суперприза. Посмотрите. Что? А на результаты посмотреть? Ну вот не случайно, да. Те, кто действует и верит, вот докопали до очень хорошей суммы. Сейчас объявим. По еще откуда этот человек? Вот именно. Ну, прямо бальзам, бальзам на душу мою. По седьмой категории количество выигрышных комбинаций 141, сумма выигрыша 100 тысяч сом. Алтынчи категория бойынша 244 нафар юрташымыз 200 мин сомдан қолге кіртті. По пятой категории количество выигрышных комбинаций 9, сумма выигрыша 1,5 миллиона сум на каждую. Тортинчик категория бойынша 4 нафар омадилер 15 539 944 сум. Табриклайбис. А вот здесь можно пошуметь, включить аплодисменты, покричать даже, потому что по третьей категории один человек забирает 405 156 062 сумма. И этот... Счастливчик. Откуда? Хоразм вилоятидан, қадрли юртдошлар, хоразмлик юртдошлар, табриклаб қоямиз. Оила аъзоларингиз билан бугун сиз учун унутилмас кун эканлиги аниқ, чунки сиз қариб 405 миллиондан ортиқ пул мукофоти, аниқроғи 405 миллион 156 062 сумлик бўлдингиз. Смотрите, таблицу не уберут, пока мы не скажем, что по второй категории. Топа тоғри. Мы тут уже его поздравляем и так далее. Но вы видели, что вторая категория нули. Ха. Шикарный выигрыш. Ну, осталась еще одна категория, самая желанная, самая большая. Харсак давал мити автобус, здесь айтып өтішіміз керек бүгін суперитті ноллар жадвалды болады. Видимо, судьба решила не все сразу. Давайте сегодня будем чествовать харизмийцы, да? Демак, ноллар жадвалды бүгін кешкінге насип етмады, лекін 273-ші тираж үчін 5 миллиард сом өзгермады қолады. Все так же 5 миллиардов сом, действуем. И еще раз действуем. Топа тоғыры. Бүгін өткізілген тираж бойынша хай атырайсыге мұрадет қыламыз. Этроздар бар еті ек.
Unilateraler faoliyatni tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar talablar asosida o'tkazildi, e'tirozlar yo'q. Minnatdormiz, e'tirozlar yo'q, juda ham yaxshi. Xorazmlik yurtdoshimizning yo'lini bersin barcha muxlislarimiz, teletomoshabinlarga g'oliblar safi ko'payaversin. Знаете, почему Хорезм часто выигрывает? Не знаю, вот. Да потому что играют, реально играют. Стабильно играют. Вот прям как на работу ходят каждый день, так и играют каждый день. Поэтому и выигрывают, ребята. Рада за вас. Поздравляю. А другие регионы нашего прекрасного Узбекистана, давайте подтягивайтесь. Корошкинча. На сегодня.